Смотри, а чё у них такое? Чё происходит? Звук добавили. Спускает вон. Подождите, подождите, ребята, секундочку. Вы слишком быстренько проходите. Ух, какой пузырь, а. Хоба, всем здорово. С вами, как всегда, ваш дорогой братишка. И мы с тобой продолжаем играть растения против зомби 2. И это, если что, оригинальная версия. Да, то мы зачастили с тобой в модификации играть. Кстати, Эклис тоже ждет, между прочим. В общем, ребята, лето наступило. Я всех поздравляю, все дела уже... Это нифига себе, как быстро уже проходит-то, ты гляди. Ты посмотри, какое число уже, офигеть. Капец, лето просто вот так вот, чуваки. Так что быстренько наслаждайтесь, цените, как бы все дела. Ну, понятное дело, в следующем году тоже еще круче лето будет. Ты, наверное, уже планы там заготовил, что на лето, что сделаешь, что нет. Но в итоге, может что-то... Ты не добьешься, но лучше добивайся, добивайся, братишка. Короче, что тут у нас за обновление? Во-первых, новое растение. Смотри, какая интересная. Но мы с тобой на самом деле вот за этим пришли. Здесь новые зомбаки появились, ребят. Вот что меня интересует. Так что мы с тобой, это ивент, да. Тут новые зомбаки. И вот я книжечку открываю. По факту их вроде бы... Ребята, три штуки. То есть вот я прокручиваю, видишь, три пустых клеточки. Так мы с тобой, видишь, у нас тут вообще все. Вся коллекция. Вся... Вот реально добавили бы новые миры. Ну, блин, так хочется, ребята. Ну, что ж вот эти вот ивенты, а, которые проходят, и все, и не сыграть еще. Ну, блин. Ладно, ладно, ребята. В общем, первый уровень. Давай поглядим. X10, у нас, в принципе, гемы какие-то есть. Все нормально, ребята. Поглядим сейчас, что у нас будет. Итак. Ну-ка, что ж за зомбаки такие? Давай-ка поглядим. Такой диалог. Не, ну это прикольно, что диалоги они, конечно, добавили. Короче, как всегда, зомбос не победит. Хоть он что там будет говорить, ребята. Ну-ка, ну-ка покажи, и что там будет. Ну-ка. Я понял, я уже понял, чуваки. Ну-ка, погоди. Я уже понял, ребята. Так, стоп, не то. А интересно, они там сразу добавились? Не, это надо, видимо, уровень сыграть. В общем, а если ты не понял, там добавили утки. Утки, уточки. Вот оно что. Все, понимаю. Ну, блин. Не, ну утки, конечно, прикольные, забавные. Я не помню, какой ребята, мультик был? Какой-то вот старый такой еще шел, блин. Я со школы возвращался, глядел. Там вот именно какая-то утка, и у него спасательный круг был тоже с уткой. И она разговаривала, она живая была, ребят. Так, что у нас тут имеется? Давай поглядим. Давай, что возьмем с тобой? Ну, на самом деле, ух, электрокамон. Да, мой любименький. Как я по тебе скучал. В модификациях ты не такой имбовый. Так, замечательно. Ну и, конечно, там у нас что? А, вот это возьмем. Отлично, ребята. Вот это возьмем. Да, мяту будем использовать, ребятки. Все шикарно у нас сейчас будет. Да, картошку возьмем. Вот эту вот горячую. Непонятно зачем, блин. Так, это я тоже возьму. Это тоже возьму. И, конечно же, подсолнухи. Подсолнухи нам нужны. Мы с тобой доисторические возьмем. Мои любимые. Все, найс. В принципе, команда собрана. Вообще, конечно, ребята, лучше бы вот так вот сделать. Да. Ну, тут у нас еще прокачанные плюс растения. Видишь, шестой уровень. Как бы вообще здорово. Так, ну и лето, ребята, конечно, куда без кваса. Но правда, я сегодня не с квасом. Вот в чем беда. Так, но зато вчера я на стриме, я быстро, ребят, если что, стримлю постоянно, ВК Лайв, так что тоже, если что, заходи. Так, хорошо, ну слушай, тут прям гуляй, не хочу, это вообще имба. Единственные рыбаки, только единственные. Так, смотри, а чё у них такое, чё происходит? Звук добавили, спускает воздух. Ну, без такого звука, конечно, ребята, было бы совсем другое обновление. А так 10 из 10, конечно. Смотри, только получается, зомби так уже немного потрепан, да?
сразу спускает воздух. А что тут? Ух, звук уточки. Блин, ну мне тоже хочется теперь поплавать, ребята. Ну ты смотри, а? Ты смотри. Ну, и ты понимаешь, да, то, что с утками они намного быстрее проходят. То есть скорость их намного больше. Быстрее, 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 ребят, конечно. Так, 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 так. Ух, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да тут уже... Слушай, этот уровень вообще изичный. Это мне нравится, ребята. Все, давайте. Ну все, вам хана, ребята. Прошли... Вот это я понимаю. Не то, что мы сейчас проходим, да, по ВЗ-2 перерисовка, где... Занимает, блин, один уровень минут 20-30. А потом оп-оп-оп нарезаем и там... Так, хорошо. Кувшинки, все дела. Да, я это, в принципе, знаю. Давай. Давай поглядим, что у нас. А, ну вот сейчас, кстати, можно открыть, ребята, на самом деле. Так, сейчас поглядим мы с тобой. Добавились... Серьезно? Это все? Это все зомби? Все? Ну, блин, я немножечко разочарован, если честно. Я немножечко разочарован. Я думал, что тут все-таки как-то... Не знаю, с новой физикой там будет какой-нибудь зомбак, да? Ну, я понимаю, он быстрее там спускает воздух у этой утки резиновой. Но, блин, ребята... Я бы хотел, конечно... Да хоть бы они зомбоса добавили с этой уткой. Прикинь, такая здоровенная утка. Уже вообще охрененно было бы. Ну ладно. То имеем, ребята. Вот. Давай. Давай быстро проходить, в принципе. Я даже не знаю. Тут можем на X2 просто пройти, да и все. Просто электрокамыши тут зарешают. Тут как бы вода. Электричество с водой, ты понимаешь, как тут... Еще плюс 6 уровень, ребята, я даже не знаю. Можно 2 подсолнуха, все. Вот, погляди, даже сюда я поставлю. Ну, понятное дело, что кушиночка, да, все дела. Ля, господи, у них даже шанса нет, ребята. Там пипец, просто у них шанса нету. Они вообще не понимают, наверное, что происходит. Ребята, погодите, погодите, погодите. Я еще вот эту вот штучку интересную поставлю. И будет вообще весело, здорово. Замечательно просто, великолепно. Ну куда ж ты выдаешь-то, солнышки? Нам, если честно, 875 и так достаточно. Оп. Оп, остановимся, братишка. Погоди. Погоди, погоди, сжирает. Смотри, какой, а. Бзик-бзик. Все, найс. Так. Да, расслабься, чувак. Блин, помню то время, когда реально, ну... Картошка это называли. Опа, так, погоди, а вот это уже нравится мне. То, что новое растение можно протестировать. Это замечательно. Я не знаю, почему разработчики убрали эту функцию, ребят. То есть постоянно можно было новые растения, как только выходит, можно использовать. Так, ну покажите мне, давайте, мне интересно. Вот это уже здорово. Ну уже сразу нам показывают, что оно, его затопить невозможно, да? Ну найс. То есть, как только волна приходит, этому растению наплевать. Водное растение. Итак, ух ты ля! Рассинган, или вы... Погоди, что там Наруто кидал? Очень похоже, очень похоже. Шаринган, или... Не-не-не, господи, не шарю, ребят. Так, ну давай поглядим. Подождите, ребята, секундочку. Вы слишком быстренько проходите. Ух, какой пузырь, а. Смотри. Так, ребята, стоп. Стоямба. Я думаю, тут, конечно, она не справится, потому что слишком как-то у нас все пошло не по плану. Честно скажу, надо было их в конце ставить. Красавцы просто. Так, ладно, ладненько, ничего, ребята, все у нас сейчас будет, не переживайте. Знаешь, одна газонокосилка осталась, вот тут полюбасу, если что, применим. Так, дружище, ну-ка, погоди, можно две поставить? Раз, а втор... Что ж такое, да как они быстро идут, эти заразы! Ты просто погляди, как они быстро идут!
Блин, мне проигрывать нельзя, если честно. Не, чуваки, мне проигрывать нельзя, эй! Блин! Говнюк! Но это печально. Это, конечно, печально. Вот, блин. Понимаешь, да, почему? Потому что энергия минус. Слишком я расслабился. Я думал, это имбовое растение, правда? Я думал, оно сейчас выносить так будет. Все. Итак. Давай, наверное, куда-нибудь вот сюда вот будем ставить. Так, давай. Так, зомбак идет. Так. Так, сюда зомбаки тоже идут. Мы пока вот сюда вот устанавливаем, ребята. Блин, жалко, что это вот сжирают. Так, отлично. Отлично. Так, пробуем. Пацаны, быстрей! Хорош! Боже мой! Вот, на водоросли надо, чуваки, реально. Так. Пошел. Давай. Хорош, затягивай! Затягивай. Все, кайф. Найс. Нормально. Вот так вот делаем. Затягиваем опять же всех. Это что, это ты затянул? Это ты затянул, называется, да? Да, ладно, мы так и так прошли. Но поначалу я не понял это растение. И на самом деле, вот сейчас тоже смотришь, тоже не особо-то я понял, да? Ладно, хотя бы так прошли, окей. То, что оказывается на суше, она стреляет только одной штукой, а на воде по трем. Ля, они застыли, ты видел? Ты видел просто? Так, следующий уровень, ребята, здесь еще будет у нас осьминог. Но тут, слава богу, можно вот таких понабрать, ребята. Честно скажу, ну, новое растение. Ну, надо уметь пользоваться, понятное дело, ребят. Так. Давай. Какую-нибудь дичь берем с тобой и начинаем. Начинаем уровень. Все, отлично. Погнали. Ну, эти-то уровни будут легкие. А вот следующий, там какой-нибудь уровень, опять же, ребята, опять же, там будет. С этим растением я сгорю. Я, наверное, сгорю. Не, ну я, в принципе, уже понимаю, как оно устроено, поэтому, ребята, все нормально. Все должно нормально быть. Так, этот солнышки Жабкин будет давать, но меня электрические расстрелы вывезут. А-а-а. Ну-ка, дай-ка я протестирую, что будет. Ну, кайф, конечно. А Жабкин будет работать? Хорош! Будет он работать. Отлично, ребята. Все, увеличиваем скорость, все норм. Все хорошо. Ох, электрокамыш просто офигенный. Ребята, я же играл китайскую версию «Растение против зомби 2». И, боже мой, там тоже электрокамыш мне очень нравился. У него еще там такая ульта была, имба. Он как-то краснел и станились зомби. Это вообще офигенно было. То есть они там на полсекунды так, оп, стали. Это было очень круто. Блин. Так, хорошо. Еще плюс новые миры, там все дела. Ну, ребята, вы, конечно, не в тот райончик зашли, поверьте мне. Но не переживайте, сейчас я новое растение опять же. Мне его дадут, и они куда надо зайдут. Чтоб я всю энергию просрал. Так, хорошо. Дальше. Давай дальше, дружище. Сейчас посмотрим. А, создаю кастомные уровни. Кстати, когда-то мы проходили с тобой, по идее, да можно возродить эту рубрику. Давненько не было. Ну, чутка попозже. Итак, Гаргантюа. Гаргантюа, опять же, мы с тобой можем что угодно взять.
Это меня радует. Меня радуют, ребята. Ну, давай боулинговые луковицы использовать, не только электрокамыши, да? Наверное, поднадоело. Одно и то же. Но у меня на самом деле вот в жизни уже некоторые такие тактики выработались, которые я постоянно использую. Постоянно. Боулинговые луковицы тоже я всегда использую. Правда. Так. Ну, найс. Вот это вот смех. Вот это да. Так, хорошо. Чуть-чуть вот так вот вас. Ребята, конечно, понимаю все. Кстати, я уже забыл, ребята, что будет? А, понятно. Понимаю. Да, да. Все, я понял, что будет. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ну, ребята, молодцы вы, конечно. Найс. Вот так. Оп. Проходите, проходите. Вот для перфекционистов, ребята. Кайфуйте. Так. Ну как? Ну нормально, нормально, ребята. Так, 5 семян мы целых получим вот этого растения. Не зря, не зря. Смотри-ка. Я жду, знаешь, такой уровень, где нельзя будет выбирать. Ага, стоп, что такое? Конечно, погоди. Конечно. Давай возьмем. Естественно. Так, тут у нас затоплено, да? Да, у нас все затоплено. Для подсолнухов есть, в принципе, а для этих... Слушай, я давно вот это не брал. А давай возьмем. Давай возьмем. Мне интересно. Мне интересно. Давненько не брал, поэтому... Давай поглядим. Это чертополох, да? Так, давай, дружище. Ну-ка. Ля, запускает он этот репейник. Давай, дружище. Куда ж ты выходишь-то, родной? Ну-ка. Не, на него, блин, ну тратить как-то не хочу. Не хочу. Это будет не очень. Вау! Подождите, ребята, подождите, пожалуйста. Ну, я могу и так сделать. Впрочем. Уже финалка, прикинь. Мне вот это прикалывает. Вообще, это просто офигенно. На дно, ребятки, на дно! Пора на дно всем! Хорош, тут уже все. Так, замечательно, следующий уровень, ребята. Ну, сейчас вообще быстренько, раз. Отлично. О, нет. Вот этого я ненавижу. Вот этого я просто терпеть не могу, ребята. Так, хорошо. Да, он будет там притягивать. Начнется. Ну, тут крокодильчик будет делать свое дело. Браво, браво, ребятки, конечно. Ля, прям сразу, а? Ну, давай, покажи. Погодите, я что-то и подзабыл, что вы так резко, дерзко будете делать. Ребята, погодите. Блин. Давай, дракоша Тоша, вперед. Ля, Анапа, ребятки, Анапа, где... Постоянно я был в Анапе, как бы там постоянно зазывали. Кто хочет прокатиться на дракоше Тоше? Это постоянно на пляж приходишь, вот это вот до бесконечности, чуваки. Просто до бесконечности в микрофон. Вот это вот говорят. И просто так ты устаешь. Это так бесить начинает. Ну, конечно, куртела там, все дела. Горячая кукуруза, ребятки.
Все дела. Конечно. Сладкая вата. Как же без этого? Не-не-не, не жри давай, не жри. Все, пошли, родные, погнали. Ля. Вперед. Эх, кто я без этого электрического горохострела, ребята, а? Идем дальше, ребят. Так, ля на море бы, вообще не говори, я уже 2 года не был. Так, о-о-о, чертенящая груша. Кстати, прикольное растение. Прикольное. Ну вот этот вот, конечно, хмырь, мне не особо заходит. Он иногда такой не особо полезный получается. Так, ну сейчас поглядим. В общем, ставим, понятное дело, сюда. Ля. Ну, так-то вот против такого, конечно, я чувствую, что он нормально выглядит. Долговато. Всё, на дно, дорогой. Всё, устал, бедненький, да? Дышаться надо. Заколебал я вас, ребята? Заколебал, потому что я постоянно электрический горхострел беру, а? Давай, ладно. В следующем уровне что-то другое возьмем. Это одно и то же. Но это слишком имбово, я понимаю. Я понимаю. Ты бы хотел как вот 3-й уровень с новым растением побольше вот этого увидеть. Чтоб я мучился и страдал. Так, ладно, хоть энергию они сделали, что не только за гемы. Это очень радует. Так, денежку берем. Стой, вот тебе груша. Стоямба. Стоямба. Тут прям электрический горхострел помог нам. Все, найс. Хорошо. Отлично. Давай дальше. Донатер. Ну, кстати, да, я вообще не донатил в ПВЗ, но я понимаю то, что контент надо делать. И видишь, новые растения как бы у нас теперь. Бананы. Смотри-ка. Чувак, это банана-лаунчер. Бич, пати. Ладно, хорошо. Намного больше сумасшествия с этим бананом. Ну, конечно, он и выглядит как бы сумасшедшим. Это видно. Я, короче, сзади буду прикрывать. Нифига себе, у вас переговорчики тут такие начинаются. Банан он там сзади начнет прикрывать. О. Не, дай-ка я... Не, ну вообще я обещал, ребята, так что давайте-ка мы возьмем чего-нибудь такое. Что бы такое взять? Ну давай вот такое возьмем, а? Ну, кстати, да. Скажем так, доисторически нормальный будет. Вот. Так, у нас... Не, ну я думаю, они вывезут вообще нормально. Давай поглядим. Давай посмотрим. Орешек разговаривать. Да! Все, найс. Не, ну это так-то имба, ребят. Это имба. 3, блин, целых. Ты сам знаешь, сколько они стоят. Так, пусть подходят, дорогие. Ля, как они плывут, а? Смотри-ка, стайкой прям целый. Ля, банда целая, смотри-ка, а? Смотри, мы с пацанами, ля, плаваем. Отдыхаем, Анапа. Шикарно. Молодцы, пацаны, но только... Только надо мне вас... Как бы уже... Вот так вот, банана. Оп. Блин, ну целых... Нифига, блин, на вас. Сколько банан тратить. Кто хочет на банане? На банане, я тоже помню. Так. Так, хорошо. Единственное, ребята, конечно, нам нужно вот тут поставить. Так, я думаю, не тратить пока. Я думаю, пока не будем тратить с тобой. Угу. Так, вот эти чуваки меня, конечно, не очень
нравятся, поэтому осторожней надо с ними, ребята. Видишь, они что делают. Так, два, что ли, поставим? Давай два. Так, тут уже финальная битва. Мы еще вот так вот зажарим. Вот тебе черченячая груша. Не жрать! Зараза! Ну-ка не жри! Ну-ка не жри банан! Из чего удумал, а? Пынь! Ля, красавчик, красавчик, быстро отстрелялся, смотри. Раз и все, красава. Это замечательно. Да, мы должны веселиться на пляже каждый день. Так, ладно. Слушай, да мы быстро пройдем так-то по факту, офигеть. Нормальненько так. Пока для меня вот чисто только третий уровень. Третий уровень только для меня, покра. Наша дорогая. Кстати, имбовые ребята. Так. Че, может ее будем использовать? У нас, в принципе... А почему бы и нет? Давай, давай ее использовать. Я только за. Давай. Так, сейчас, секунду. Потом берем и все. Давай. А че нет? А че нет? Давай. Все, Х2 сразу. Ребятки. Все, будем сейчас расставлять, ребята, на таком вот расстоянии. Ну, тут на самом деле вот этого чувака давай-ка мы засосем все-таки. Пока что. Ай, но... Так. Что мы еще с тобой делаем? Нам на самом деле бы еще тут надо... Так, чуваки, погодите. Вас избавиться хочется немножко все-таки. Так, ты давай так вот. О, молодцы. Хорошо. Так, отлично, они тут уже не могут ничего сделать. Вообще шикарно. Там, я не знаю, еще одну поставить можно даже, ребят. Капец, она просто выносит, а. Хоть и первого уровня, понимаешь, в чем прикол? Блин, я даже не знаю, куда мне. Офигеть. Ты слышишь, да? Что за звуки там происходят? Это уточки бедные, резиновые. Сдуваются. Молодцы. Так, забираем пиньяту. Ребят, да офигеть, мы просто за раз это пройдем и все. Ну и отлично. Блин, арбуз хочется, ребята. Вот честно скажу, шашлык пробовал, арбуз осталось этим летом. Попробовать и все. Все отлично, ребят. Квас уже пробовал тоже этим летом. Давай. Ледяной. Давай. Вот что нам дают, то и будем юзать. В принципе, как-то так, ребята. Как-то так. Да, сейчас будем ледяным горохострелом тут управляться. Не, а погляди, а чё нет? А чё нет? Давай. Нам 600 сразу дают. 675 даже. Так, начинается. Так, раз. Интересный факт, ребята, то, что вот эта вот груша... Блин, это имба. Это правда имба. Во-первых, она стоит 0. Так вот, если обычный зомби сожрет ее, он превратится в зомбенка. А если зомбенок сожрет, то он... Ну, ты понимаешь, что с ним станет. Все, его не будет. Не будет этого маленького засранца. Лед, нифига себе! Кирпичи какие летят. Ты видел? Видел? Уже, погоди, что-то я уже... А что за фигня? Почему такой кирпич сейчас был? Что это такое вообще? Нифига себе! Глыба, ля, сосулька, мороженое, говорится. Ребята, когда денег нету, не было вообще. Приходится отрывать сосульки с подъезда и на. Вот тебе мороженка, блин.
Так, пацаны, что-то вы долго, блин, вообще прям долго. Понятно, почему долго, потому что, блин, у нас вот ледяные горохострелы, я еще и возмущаюсь. А че так долго-то, блин? А, смотри, что происходит. Я арбуз в апреле ел. Ну, так они ж не спелые. Так, по звукам у нас все идеально, ребята. Прям все шикарно, чувачки. Можем X2 нажать. X2 я рекомендую. Вообще прям. Прям на ура надо нажимать. Так, вот вообще по факту, а посередине надо, конечно, устанавливать. В основном все посередине идет. Вот, например, прошу, наш дорогой. Ля, какой синий-синий. Ты что, напился на пляж? Или что, дядя? Иди, чё с ним? Ну-ка, давай, затягивай этого. Чувачка. Так. О, как. Ой, красиво. Как красиво, ребята. Как красиво, как хорошо. Блин. Ну, смотри, какая рава. Ходит. Я уж на секунду подумал, нифига, и Гаргантюа сейчас засосет или что? Ребята, вы тут побудьте пока, ладно? Вот вам груша там, я не знаю, наслаждайтесь. Все для вас условия, так сказать. Так, теперь с этим надо разобраться, ребята. Крокодильчик, раз. Ага, что-то там сделано. Все, хорош. Хорош, есть, отлично. Все, погнали. Вперед, ребятки. Отлично. Тут у нас, в принципе, немного остается. Так. О. Так. Что мы с тобой делаем? Давай поглядим. Давай вот так вот. Да, маленькие такие парсайчики купим, да и все. Давай, погнали. Вперед, ребята. Отлично. Ох, какие. Смотри. Блин, у тебя будет интересно, ребят. Так. Хорошо. Так, что еще возьмем? Давай подумаем. Но они чуть-чуть станить будут, да. Так, сейчас, погоди, что-нибудь эдакое бы. А как здесь будет тигриная трава работать? Мы проверим это? Мы проверим это с тобой? Блин, мне так-то вот этот тоже интересный. Давай посмотрим. Так. Отлично. Но он по факту только станет, видишь? Он как бы... Так, отлично. И надо уже на самом деле сажать. Давай. Потихоньку, помаленьку. Давно я не брал зомби-боба. Так, вот так сделаем. Все, пошло тут добро. Отлично. Он, в принципе, видишь, в чем проблема? Он долго работает. То есть он как бы... Так. Вот это проблема. Это проблема. Проблемс. Уи. Так. Груша. Так. Давайте. Работайте. Вот это вообще шикарно было. Ты видел это вообще? Хорош. Так. Найс. Nice.
Блин, это очень прикольно. Так, 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 так. Стоямба, стоямба, стоямба. Нам бы тут как-нибудь вот так вот делаем. И пацаны сейчас... Все, наш выход. Наш выход, ребятки! Вперед! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я, конечно, надеюсь, что наш победит. Давай, 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 дружище. Я там немного, так сказать, подсоблю. Ну-ка, давай, фигачь его! Да, ну... Ой-о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 й. На, хорош, Халк, крушить! Найс, 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 найс. Блин, как же мне это прикалывает. Так, у нас проблема то, что там еще снизу, 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 снизу надо. Давай, погнали, чуваки, вперед. А что с этими? Что они... Что с ними происходит? Почему они не хотят? Что за фигня? Там же вроде как осьминог, когда погибает, все отлично становится. М? Что там происходит? Так, ну хорошо. Так. Отлично, ребята, идем дальше. Идем дальше. Хорошо. Давай не будем брать. Вам, ребят, понравилось? Тут пишут бедные мои уши. Так, ну хорошо. Давай другое что-нибудь возьмем. Зернопульта? А почему бы и нет? А? Давай зернопульту возьмем. Она у меня 5 уровня. Так что... Должна показать себя. Должна показать. Ну-ка, давай-ка ее возьмем. Сейчас поглядим. Там тоже начнется... Так, 13 уровень, ребята. Так, смотрим, где идет. Все отлично. Хорош, уже отлетает, а? Все сотку стоит. Ну это вообще кайф. И целых 3 рядочка можно поставить. Ну вообще идеально. Просто погляди, как они станут еще долго. Найс. Найс, 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 найс. Отлично, отлично, отлично. Из-за того, что 5 уровень, они еще и почаще кидают маслом. Давайте, ребята, работайте. Молодцы. Мы даже, наверное, x2 поставим. М? Все отлично. Так, здесь не кидаем. Капец. Звучит идеально, а? Так, найс, найс. Я пока что, ребята, придержу ульту. Потому что и так нормально. А вот сейчас пойдет последняя волна. Мы с тобой резко бам-бам. Так. А Гаргантюа выйдет, не? Там не было Гаргантюа. Там вот именно что обычные такие были. Поэтому. Все, найс. Масло мы с тобой накидали. Можем как-нибудь вот так вот провернуть уже. Вот этого затянуть потихоньку их. Вот так вот. Все, хорош, отлично, блин, вот это красиво было, а? Вот это вообще хорошо, ребят. Так, осталось все, 2 уровня, ребята, быстренько мы с тобой бинг-бинг. Отлично, ничего страшного, что денежку мы там тратим, ничего страшного. Так, давай поглядим. Ну-ка. О. О. Ну, это довольно интересное, конечно, растение, ребята.
особенность у него есть. А, давай, кстати, возьмем. Погоди. Вот. Да. Так, а нету. Тут немного тяжеловато будет с этим растением. Все-таки. Вот это можно взять. Да вообще, вот такую имбу. Ну-ка, давай-ка. Ну-ка, поглядим. Я помню, когда первый раз, ребята, я там специально аккаунт прокачивал потихоньку. Это если что, вот мы на втором аккаунте играем. У меня был самый первый аккаунт, а я на втором там чисто арену качал немного. И, в общем, пиньята открывал благодаря этому седьмой левел тройного горохострела. Вот. И зомби-боба я тогда еще открыл. Это было круто. Так. Давай посмотрим. Ну, давай поставим вот такой. Ну-ка, поглядим. Маслолютик. Хорошее растение, но не для всех уровней. Так. Ага. Вообще, по факту, вот мы зря его сюда поставили, потому что надо вот... Ты понимаешь, как надо? Дыньк-дыньк. Вот так вот. Ой, это имба седьмая уровня. Вай. Родной, это вообще имба. Интересно. Так, ну пусть он там пока идет. Ну-ка, мне прям интересно. Ну-ка, как он справится? Поглядим, ребята. Так, смотри, эти будут вот здесь. Так, вот ставим пока. Все, справляться будешь? Блин, нам пора на самом деле тут ускоряться. Поэтому, по крайней мере, так делаем. Ребята. Бжиньк. Видишь, надкусывают она. Оп, маслицем тебе. Так, дай-ка я вот так вот применю пока что, ребята, чтобы тут нам вот так вот сделать. Ну хорошо. Так, а какая имба? Ута. А, ну. Как у этого масляного салата. Так, ну-ка задай жару. Сейчас вылезают, и мы... Хорош! Хорошо. Он маслолютик купил? Не-не-не. Так, хорошо. А мы идем дальше. Следующий уровень, ребята. Погнали. Вперед. Давай. Вперед, чуваки. Так. Ну, отлично. Это последний уровень, ребята. Давайте подумаем, давайте посмотрим. Так, у нас кувшинки. Кувшиночки. И давай глядеть. Давай, короче, просто пройдем и все. Мне электрокамыш, конечно, вот прям. Давай, посмотрим. Вот жалко, ребята, жалко, что только один третий уровень показал нам новое растение. Я немного вот не разобрался. Блин, хотел бы вот... Чтоб еще какой-нибудь уровень такой вот был. Так, ну хорошо, мы потихоньку с тобой вот все вот так вот делаем. Все, отлично. Так. Okay.
Остановим его, ребята. Остановим. Все, X2 включаем, ребята, и кайфуем. Понятное дело, что мы выиграем. Побольше, побольше, ребята, электрокамышей. Видите, уже, у осьминога уже рука отвалилась. Ух, бля. Блин, ну это прикольно, то, что они на воде так быстро гонят просто. Ой-ой-ой-ой, это вы мне зря дали. Тут же просто от зомби ничего не останется. У меня уже такое чувство, что коротят наушники по звукам. Ох, нифига себе, дружище, а что ты тут забыл? Быньк, я даже... Банан вообще даже не нужен, ребята. Офигеть. Офигеть. Офигеть просто. Так, ну что же. Дубль 2. Вперед. Так. Ничего, ребята. Еще раз. Все. Хорош. Вы знали то, что одним электрочаем можно убить зомбосса с одной ульты? Да, да, да. Мне это еще писали в прошлой серии. Ну, отлично, ребята, выиграли мы с тобой. Да не, ну мне понравилось. Мои планы разрушены. Я уничтожу вас, растение. Только немножко подождите, конечно же. Да. Он как будто... Вот так вот отвечает, но как будто стреляет. Пух. Хорош. Так, и получаем мы с тобой 50. У. Ну, ребята, вот как-то так у нас получилось. Надеюсь, тебе зашло. Будем ждать новых обновлений. Обязательно ставь жирненький царский лайк. Залетай в Телеграм. Бай-бай, дорогой братик.